События в Луганске, связанные с противостоянием главарей молодой республики и изгнанием Игоря Плотницкого, дают луганчанам очередной повод для прозрения. Конфликт между двумя так называемыми руководителем МВД Корнетом и главой ЛНР Плотницким осветили все центральные каналы. Центр города был перекрыт неизвестными вооруженными людьми, были заблокированы административные здания, из Донецка прибыла военная колонна. Однако никто не предпринял никаких силовых действий, стороны ждали прямых указаний из Москвы. В итоге, после команды сверху глава ЛНР подал в отставку и спешно покинул город. Что это было? По сути, мы наблюдали то, что выглядело как типичный военный переворот, в результате которого к власти пришла хунта. Так почему же Луганск не восстал против? Ведь 4 годами ранее Донбасс активно митинговал против фашистской хунты в Киеве. Ответ очевиден. Да всем по барабану. И что характерно, в 2014-м тоже было по барабану. До тех пор, пока не заработала машина российской пропаганды, а заезжие россияне не стали раскачивать и провоцировать Донбасс изо всех сил, имитируя гражданское противостояние. Получается, что сегодня Кремль сломал всю свою смысловую пропагандистскую конструкцию, выстраиваемую несколько лет, показав прежде всего луганчанам что-то типа «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Россия плевать хотела на Донбасс. Путин получил то, чего хотел. И теперь уже совершенно не обязательно рассказывать донбассянам сказки про защиту русскоязычных. Кроме этого, путч в Луганске стал самой яркой иллюстрацией ручного управления из Кремля и полной зависимости Луганска и Донецка от Москвы. Интересно, какие еще иллюзии можно питать по поводу молодых республик и братской России? Я понимаю, что сложно признаваться в ошибках прежде всего самому себе. Лучше жить в иллюзиях. Но может быть хоть теперь народ в Луганске и Донецке уже в конце концов прозреет? Ну сколько еще можно себя не уважать? Вопрос, как обычно, риторический.